Добрый день, наши дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новогодний проект! Сегодня мы приготовим мягкие игрушки на елку. Нам понадобится длинный моток шерстяной нитки и также короткие кусочки нитки. Вот они и короткие нитки. Вот наш клей! Сможете вы взять длей для ткани. Также надо сделать из фетра детали будущих игрушек. Сначала делаем помпон. Берем пучок ниток в руку и наматываем на пальцы. Динго, 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 динго. Готово. Колобок перевязываем ниткой. Получившиеся петельки перерезаем ножницами. Получившийся помпон надо распушить и подровнять края. Из фетра я вырезал кошку. Тело, голову, усы, глаза, хвост. И надо сейчас это приклеить к нашему помпону. Смазываем клеем тело и приклеиваем к нему помпон. Крых. Теперь приклеиваем ротик, носик и усики. Сейчас, зрители, подождите. Мы с мамой купили в магазине для пуговиц маленькие глазки для зверюшек. Но вы их можете вырезать из бумаги. Теперь приклеиваем голову к телу. Вот такая у нас получилась веселая кошечка. Вы можете сзади приклеить блестящую нить и повесить на елку. Вот так вот. Вот у нас получилось веселые животные. Вы тоже можете украсить этими игрушками свою елку. Всех с наступающим!